А вот насколько довольны саратовцы услугами местного воздушного перевозчика и надо ли, чтобы на рынке услуг присутствовали другие авиакомпании, мы выяснили на улицах города. Условия оставляют желать лучшего, как бы летали на других авиалиниях, и как бы разница ощутимая. Там все на проволочках привязано, вот, ну, обслуживание не знаю как, ну... Ну, в общем, масса каких-то не очень положительных эмоций. Нам пришлось дать в этот же день билет, и предложение, которое было на следующий рейс, оказалось слишком дорогое. То есть не было выбора у нас. Один раз понравилось, один раз нет. Но там были какие-то проблемы с перепадом давления, у меня у жены так болели уши, что... Да нормальный самолет. Ну, у нас лучше, конечно, в Ставропольском крае. Старые яки очень страшные, я на них до сих пор боюсь летать. Это когда взлет или посадка, кажется, что вот-вот разобьется. Трясет. Ну да, очень плохие самолеты.